спонсор показа – зоомагазин «Умка». Товары для собак, кошек, грызунов, птиц и аквариумных рыбок. Здесь вы можете приобрести товары в подарок для животных из приюта. Зоомагазин «Умка», проспект Ильича, 11. Этого рыжего пса, похожего на Лайку, привезли из Дегтярска. Волонтеры считают, он потерялся. Пес постоянно находится в движении и никогда не унывает. Он дружелюбный, хорошо ладит с людьми и другими собаками. Пес немного застенчивый, но любит длительные прогулки и пробежки по приюту. Собака станет хорошим и верным спутником для людей, которые любят активный отдых. Обычно Лайк содержит в вольерах просторных, выходит с ними на охоту, на пробежки различные. Вот, поэтому такой собаке будет скучно сидеть в квартире или сидеть на цепи. Обязательно он должен быть человек, хозяин у него активный. Этой воспитанной красавице около 4 месяцев. Несмотря на то, что это дворняга, собака выглядит благородно из-за необычного окраса и сдержанного характера. Пока у нее нет постоянной клички, поэтому ее называют Зала из-за темно-серой шерсти. Девочка живет в приюте уже больше месяца. Она привита, стерилизована и готова к переезду в новый дом. Волонтеры говорят, собака, когда подрастет, будет среднего размера, поэтому ей комфортнее жить в частном доме. Щенок совершенно контактный, очень умный. Его можно, пожалуйста, брать, заниматься, прекрасный возраст. В меру скромна, в меру игрива. Не даст себя в обиду, но обижать никого сама не будет. Шура – помесь терьера и дворняги. В приют собака попала еще щенком, привезли ее вместе с братом. Но ему повезло, сразу нашли дом. Сейчас Шуре около года, она небольшого размера, ласковая, добрая и игривая. Собака контактная, легко заводит знакомства, а также очень любит детей. Идеально подойдет для квартирного содержания. Это как раз вариант для людей, которые любят типаж терьера. То есть вот у них особая мордочка, особая структура шерсти, такая она достаточно жесткая. Ну, шерсть как бы прекрасно расчесывается, она не путается. Поэтому ухаживать за такой собакой будет достаточно просто. Сейчас на содержании волонтеров находится более 170 питомцев, каждый из которых ждет своего хозяина. В приют можно приехать, чтобы выбрать себе любимца. А если нет такой возможности, то волонтеры ждут любую помощь от небезразличных граждан.